Гена, мы не готовим или я не готовлю? Что? Дайте мне хотя бы, вот, я у вас... Бери. Свару. Да возьми хорошую. Короче, действие подходит к концу, которое называется шурпа. Все уставшие. Сними меня, где кальян был. С рыбой. Коньян с рыбой. Я так балдел вчера. Что вы видите? Нет, ну, я застал, когда он приехал, там буквально на чуть-чуть. Ты его недавно купил? Да. Давно? Да, я знаю. Ты не брал его? Что ты не брал его? Взял и брал, короче, да, съездил, ну, там, это самое, там, и погнал. Итак, говорит, тебе как чего? Вообще? Достала, пошли покупаемся. Погрызла, потрепала. Чего? Ну вымоешься, а будет нормально себя чувствовать. Бать увидел, где он делся? Он пошел с этим, с Костей, и больше не видел. Батя пошел за козой. Мы сейчас принесем вам козу, блядь. Я не удивлюсь. Вы будете тут охреневать. Что там? Тут больше маленький, а? А мы как бы тогда с тобой стояли. Выходим. Я тогда стою и говорю. Заяц. Говорю, да ну нахуй, собака. Или заяц-мутант, говорю. Или собака какая-то. Или собака-мутант, да? Мы такие, шоки, ну, блядь, рыжих зайцев не бывает, блядь, для собаки как-то этот, коза такой. А ты видел лису? Лису видел сегодня? Да, она вначале не это самое, понесу. Она воду пила, да? Надо, а прикинь, если бы у тебя была этот, какая-нибудь нарезничок такой хороший, с хорошей оптичкой, только шмарк. Так она такая вообще, она там тусила. А не знаешь, что туда приходят лисы? Вот они приходят на водопой, и там голуби, вся эта параша, она тоже, ну, рассчитывает взять тоже. Завершаем приготовление. Сейчас будем садиться, наверное, кушать.